Так, ты что тут разгавкался? Друзья, всем привет! Короче, хочу с Ронькой и с Джеськой съездить в город, потому что у Алиски у нас течка, ее с собой брать теперь больше не будем никуда, она будет заперти всю жизнь сидеть. Да, Лисуня? Закрытая на замок всю жизнь, пока течка не кончится. Че, сейчас в морде? Свинюха. Короче, с Ронькой и с Джеськой хочу в город съездить, там на площадку зайти, чтобы это... Ну, с помощью Рона, чтобы как бы Джессика немножко освоилась в городе. Чтобы она посмотрит на него, что он чувствует себя спокойно. И сама тоже будет чувствовать себя спокойно, да? Короче, будем Роньку использовать в качестве дрессировщика теперь. Так, все, едем. Парочка сладкая. Вперед. Давай, Джессик, залази сама уже. Давай, 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 вперед, вперед, вперед. Вот молодец. Все готовы? Погнали! Так, все, мы едем. Сейчас, кстати, еще заберем толстячка. К нам в гости поедет. Так что, может быть, даже еще и с толстячком куда-нибудь потом сгоняем. Ну, не сегодня, я имею в виду, а так, в эти дни. Вы как там, нормально? Молодец. Смотрите, ребят, какая красотища. Поливают у нас даже. Вообще, город преобразился. Начинают пешеходные зоны у нас красивыми делать. Вон наша площадка впереди. Никого на ней не видать. А вот балбесы под ногами путаются. Чего вы сразу мусорку нюхаете? Ну-ка, чш! Здесь уйди отсюда. Ребят, красивая площадка. Хорошая, мне нравится. Здесь лавочка. На той площадке, где мы были с Полиной, последний раз лавочки нифига нет. Джессика уже себя поувереннее чувствует, но все равно на шум и внимание обращает. Там, где люди ходят, смотрят, интересуется. А Рони тоже тот еще социализировщик. Сам боится всего вокруг. Сейчас попробуем, будет Ронька здесь заниматься или нет. Сейчас толстячок должен прийти. Так, ну что, Ронь, начинаем тебя дрессировать. Давай, иди сюда. Ронь, стой. Нет, иди сюда. Ронь, иди, стой. Сидеть. Жди. Хорошо, жди. Так, вот отсюда будет красиво. Давай, барьер. Ай, красавец мой красивый. Ай, молодец. Так, пошли на бум. Ты смотри, что. Я ему просто сказал, пошли на бум, он полез. Давай вперед. Молодец, хорошо. Пошли. Стой, дай сниму тебя вот так. Стой, жди. Жди. Ай, красавец. Роня сидит. Нет, стой. Стой. Сидит. Роня. Хорошо. Роня. Лежать. Ронь. Нет, лежать. Хорошо. Стой, вот так красиво. Жди. Ты же мой красавчик. Давай вниз пошел. Так, молодец. Так, на качели мы не осилим, наверное. Рони побоится на них залазить. А эту штуку я тоже не знаю, как. Можешь попробовать перепрыгнуть. Рони, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Стой. Так, повернись. Иди сюда. Стой. Ронь, жди. Интересно. Наверное, мне кажется, не побоится, наверное, да? Ронь, дай барьер. Ай, красавец мой. Оттолкнулся, но все равно молодец. Вот видите, Джессика это. Она видит, что Ронни себя беззаботно так чувствует нормально. И она вон уже бегает, носится, пофиг ей на звуки, на все. Джесси! Джесси! Ай, ты моя красавица! А ты же моя социализированная собачка, да? Социализированная. Ронни, давай кружок вот этот попробуем. Иди сюда, иди сюда. Давай вперед. Нет, неправильно, Ронь. Иди сюда. Нет, вот сюда давай. Давай, лезь. Давай вперед. Боится. Ронь. Давай туда, вперед. Вперед. Нет, боится, не полезет. Движущийся. Ронь. Ну-ка, давай, вперед, вперед. Давай, давай. Давай. Ронь. Давай, иди. Ай, ты мой красавец, вы видели? Ай, молодец. Ну-ка еще разок, Ронь. Ронча, иди сюда. Давай еще разочек пока.
вперед. Ой, ты вы видели, какой циркач, а? Молодец, Роня. А тоннель? Пошли тоннель попробуем. Рань. Давай вперед, Роня. Пошел. Вперед. Красавец. Ты что, в домике там, Рой? Ты в домике? Красавец. Давай еще, Рой. Иди вперед. Молодец. Джесилька моя. Джесиля моя. Молодец. Рой, давай, бум. Иди сюда. Иди сюда. Давай, вперед пошел. Вперед, вперед, вперед. Пошел, пошел, вперед. Да. Нет. Куда? Тихо. Вниз. Давай вниз спускайся. Вниз иди. Давай, давай, давай. Короче. Роня, иди сюда. Он еще ждет, чтобы я игрушку из рюкзака достал. Вперед. Пошел, вперед. Хорошо. Вперед, вперед, вперед. Вперед, пошли, пошли. Куда ты? Пошли сюда. Вперед. Молодец. Красавчик. Так, на качели пойдешь? Пошли качели осваивать. Ты вообще крутой, совсем справишься. Давай, пошли, Роня, иди сюда. Иди сюда, Роня, иди сюда. Давай. Блин, надо поддерживать, конечно, первый раз. Он испугался, больше не полезет, наверное. Просто он резко начинает все делать. Я не ожидаю, что он так быстро залезет. Давай, давай, Роня. Иди, иди сюда, Роня. Иди сюда. Сидеть. Жди. Давай, Паша. Нет, Ронька, нет. Давай обратно. 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 Иди сюда. Сидеть. Сидеть. Нет. Жди. Жди. Давай, 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 давай. Ой. Блин, ну поддержал, но он все равно спрыгивает, боится. Ну молодец, Ронь, молодец. Все равно. Красавчик. Если с тобой поработать, ты будешь... Идеальный. Пошли барьер еще раз. Барьер регулируемый какой, видите? 30, 45, 60, только я не знаю, что такое 30 сантиметров от пола, что ли? Ронь, давай, иди сюда, барьер. Барьер. Красавец, молодец. Так, ну все, побегайте с Джессикой, погуляйте. Сейчас толстячка подождем, он нас тоже поснимает. Водичку поставил, чтобы никто не говорил, что я водичку им не наливаю. Водичку всегда с собой ношу, всегда наливаю. Но если только на речку не едем. Так, куда ты полез? Нечего. Я пришел, толстячок. Короче, сейчас будем заниматься серьезной дрессировкой с Ронькой. Он нас поснимает чуть-чуть. Так, дай сюда сидеть, лежать, стоять. Круть. Нет, круть. Хорошо, сидь. Зайка. Молодец. Лежать. Хорошо. Гуляй. Иди гуляй. Сиди. Сиди. Жди. Так, иди вот туда на качели, покажем, как они качели. Раз. Давай, вперед. Вперед, вперед, вперед. Пошел, вперед, вперед. Сюда, сюда. Давай, вперед. Хорошо, молодец. Красавчик, молодец. Иди сюда, куда ты побежал? Давай, крути, давай сюда. Вперед. Раз. Давай, вперед. Ай, молодец. Давай обратно. Хорошо. Пошел вперед. Пошел, пошел. Пошел. Давай, пошли. Хорошо, давайте. Пошли. 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 Ай, молодец. Стой здесь. Пошел, 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 пошел. Оп. Хорошо. Молодец. Дайте. Видите, как Джессика сразу ожила?
с это, со знакомой собакой. Уже все, никакая ей, никакие шумы, ничего вообще ей не мешает. Роня, оп. Все, вон, бегает, носится. Вот так вот надо было с самого начала социализировать. Все, пофиг ей на машины, на людей, на все подряд. Да, Роне, конечно, надо поучить полосу препятствий. Это тупит сильно. Иди сюда, Ронь, давай. Давай. Давай, тач. Жди. Красавчик. Иди сюда. Обойди. Хорошо, обойди. Обойди. Хорошо. Оп. Вот эта Джесика бегает, молодец. Ронь, давай, что ты там, жарко? Ну жарко у нас, вот он хочет лечь с игрушкой, с любимой. Ронь, давай иди на бум. Пошел вперед. Пошел вперед. Пошел, пошел, пошел. Ай, красавец. Давай тоннель. Быстро сразу тоннель, пошел. Хорошо, давай, давай, сразу в эту фигню залазь. Ронь, давай быстро. Давай, Ронь. Роня. Угомонись, угомонись. Ты слишком перевозбуждаешься от игрушки. Вперед, давай. Молодец, давай сюда обратно. Балбесина, давай тоннель. Пошел. Молодец, хорошо. Ай, красавец мой. Ай, хорошо. Давай, бум, пошел. Пошел, 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 пошел. Ай, красавец. Хорошо. Оп. Все. Жарко ему. Молодец. Молодец, хорошо. И Джесси молодец тоже. Ребят, показываю чудеса дрессировки. Так никто не умеет дрессировать, как я. А сейчас будем учить Джессику работать на этих снарядах. Сейчас толстячок нам поможет. Держи. Джессик, иди сюда. Иди сюда. Иди. Давай, барьер. Барьер. Ай, молодец. Ай, молодец. Ай, барьер. Ай, молодец. Ты молодец. Здесь. Дай, барьер. Здравствуйте. Ну, подписчики ваши. Серьезно? Да, серьезно. Как у Джесси было? А в чем без лиса? А у них есть только у вас. У нас тоже такая же, только так, ну, прям вот на Рон похоже. Вот, приятно было увидеть. Спасибо. Джесси, давай. Барьер. Ай, молодец, хорошо. Джесси, иди сюда. Ребят, подписчики встретились, очень приятно. Привет вам, увидите себя в этом выпуске, если вас толстячок успел снять. Так, сейчас будет усложнение серьезное такое для Джессики. Сейчас будем учить ее залазить на бум. Давай, держи. Сама залезла и свалилась, кобыла, а? Что без меня лазишь, а? Ребят, вот что значит кинология в крови. Да, Роня? У тебя тоже в крови? Был бы ты человеком, был бы кинологом. Фух, блин, жарище. Все, сейчас маленько отдохнем и поедем уже домой. Джессика социализировалась. Снаряды освоила. Она, я уверен, и залезет и в этот, и в тоннель.
Но на качели, конечно, ее нет смысла залазить. Через эту штуку она не перепрыгнет, потому что она высоковатая. А та дальняя, которая, я не знаю, для чего предназначена, для стойки она или для перепрыжки, она там все лапы переломает просто. Джесси, давай. Пошли. Видите? Без проблем. Без проблем, она и собачка моя красивая. Джесси, ты что, кинолог не нужен, что ли, оказывается? Или что, я не пойму. Джесси, или это Полина тебя научила, пока меня не было? Джесси, давай, пошли. Молодец, давай, давай. Давай, потихоньку, потихоньку. Ай, молодец. Только так спрыгивать с высока не очень хорошо, Джессика. У тебя суставчики еще не совсем. Все, ты умничка. Ты сегодня умничка. Ты сегодня просто молодец. Без еды, без всего, без игрушки. Просто умница. Так, все, передышка. Толстяк занимается. Молодец. Джессик, чё ты таксу пугаешь? Ребят, школа, в которой я учился с 5 по 7 или по 8 класс. Не помню точно. Вот по этому стадиону девчонки за мной бегали. Там вот мы в баскетбол, в баскетбол играли, здесь футбол. Красотища. Все, ребят, жара страшная началась. Короче, все, мы валим домой. Уже невозможно на улице находиться. У этих сейчас вообще будет удар тепловой. Джисюлька, Ронч. Ронч вообще бедненький он это. Жару очень плохо переносит. Короче, толстячок сейчас пошел, возьмет компьютер. И все, едем домой. Ну, наверное, на этом будем заканчивать ролик. Наверное, дома уже ничего не буду снимать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока.